Привет всем. Привет всем. Сейчас нахожусь во дворе школы, в которой я учился. Вышел в 94-м году, то есть 23 года назад. Сейчас 23 года назад я вышел с этой школы и сейчас уже гуляю с младшим сыном по этой территории. Посмотрим вам. Так, вот здесь в 94 году, с 92-го. 94, если мне память не изменяет, я здесь учился. Сейчас называлась просто школа номер 2. Вот здесь вот у нас постоянно проходила линейка. В начале года, в конце года. Вот там еще до сих пор остался яблоневый сад. В чем такое офигенное иногда бывает, то что яблони аж гнутся, ломаются. Сейчас вот, как, если мне память не изменяет, вот за этим деревом окна моего класс русского языка и литературы, либо вон те окна за деревьями, либо вот эти вот там, где окно приоткрыто, форточка. Упс, сори. Вот здесь вот кабинет директора, который, кстати, ее постоянно все называли бульдожкой. Ну, было некоторое сходство. Да, он самый. 5-й микрорайон. Просто учился здесь. Сейчас спущусь, кружок сделаю по двору. То есть начинаю и зад, и вперед повспоминаю, что есть что. Так. Вот там, если мы сейчас завернем. Ты с отцом бывал. А я тут 20 лет, больше 20 лет прожил. 22 года. Я тоже из Химок. Сейчас посмотрим, может, я фотографию, небось, чужую поставил, да? Честно скажи. Учился где? В 5-м микрорайоне или где? Если не секрет. Просто я поменял 3 школы, пока учился в советское время. В 10-й учился, начинал учиться во 2-й, о, в 8-й школе, это 6-й микрорайон. Ну, 10-й это в центре было. Потом уже начал заканчивать здесь школу. Не помню, с 92-го или по 94-й. Вот здесь у нас начинаются, по-моему, не это, а вот туда дальше. Окна трудового кабинета, где мы пилили, строгали, на станках учились работать. 14-я школа. Погоди, а где у нас 14-я? Просто сейчас. Ты имеешь в виду 14-ю в Химках или в Клину? Вот он. Кабинет труда. Ну, 14-я школа, понятно. А где?
Химках, кляну. Так, трудовые кабинеты. Здесь у нас деревообработка была. Токарный цех. Ну, в основном здесь деревообработка у нас была. Здесь у нас металлообработка. Причем станки вообще по тем временам шикарные были. 14-я школа. Погоди, а где у нас в Клину 14-я? Напомню, просто давно уже не был. Так, наверху у нас... А, вот там вон, в начале, на углу, по-моему, кабинет английского был. Здесь ОБЖ, по-моему. Не, ОБЖ у нас сверху было, на верхнем этаже. Здесь хоть убей, не помню. Ну, а здесь у нас такой стадиончик. Конечно, сейчас они ни хрена вообще не ухаживают. А раньше хоть более-менее было. Асфальт не такой убитый был. Да и само поле старались содержать порядке, подкашивали, а хотя даже и подкашивать не успевали, все мы вытаптывали, как футбол тут гоняли. Причем, что самое интересное, 94-й год, да, а все равно советское-то у нас еще осталось. Дальше толпу двор на двор собирали, мячик и давай тут гонять по полной программе.